Как всем известно, в феврале следующего года в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры. Таким образом, Пекин, ставший первым в мире местом проведения и летней, и зимней Олимпиады, войдет в летопись современных Олимпийских игр. Для Пекина, конечно, это большая честь, но и в то же время и ответственно большая. Как справедливо заявил председатель Си Цзиньпин во время встречи с председателем Международного Олимпийского комитета господином Бах, при проведении Олимпиады мы будем придерживаться принципа зелености, общедоступности, открытости и неподкупности. В рамках предстоящей Олимпиады и Паралимпиады будут использованы в общей сложности 39 комплексов разного назначения, при проектировании и строительстве которых были максимально применены зеленые энергоносители, что в полной мере соответствует зеленой и экологической концепции. Теперь все комплексы под Олимпиаду уже завершены и протестированы. Они полностью готовы к старту. И в течение предстоящих 2 месяцев, вплоть до конца нынешнего года, согласно плану, пройдут еще 15 и международных, и национальных тестовых соревнований. Убежден, что все наши комплексы достойно выдержат испытания. На недавней летней Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио спортсмены всех стран мира благодаря своему упорству показали нам всем наивысшие спортивные навыки. В этом нашло отражение их мужество стремиться к новым свершениям и превзойти самого себя. В Токио спортсмены Казахстана не только завоевали честь для своей родины, но и осуществили свою мечту. Я уверен, что спортсмены Казахстана традиционно сильны в зимних видах спорта, и они обязательно прорвутся в Пекине. Посольство Китая в Казахстане будет эффективно сотрудничать с Олимпийским комитетом Казахстана и другими соответствующими ведомствами и структурами, предоставит все необходимые удобства для казахстанских спортсменов. Я также рассчитываю, что благодаря предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине наши страны укрепят культурно-гуманитарную составляющую и в первую очередь в области спорта. Наши зимние спортсмены уже начали свою подготовку параллельно к летним Олимпийским играм в Токио. Так что у нас уже велась подготовка параллельно с 2 вот, Олимпийскими играми. На сегодняшний день спортсмены сейчас во всех, согласно нашим графикам, ведут сборы, проходят сборы, а также участвуют на разных соревнованиях для завоевания лицензии. Как вам известно, лицензионные турниры еще будут продолжаться до января. И думаю, в середине января у нас уже будет, сколько у нас будет уже спортсменов, участников на Пекинской Олимпиаде. Мы также плотно очень сотрудничаем с организационным комитетом Пекин-2022. Почти на ежедневной основе мы с ними на связи. Многие наши спортсмены уже вакцинированы. Китай быстро и успешно идет вакцинация населения. На сегодняшний день свыше 1 миллиарда китайцев уже вакцинированы 2 компонентами. Мы лидируем и по охвату вакцинации, и по общему количеству введенных доз. Поэтому есть полная гарантия, что предстоящая Пекинская Олимпиада будет проведена в абсолютной безопасности для спортсменов всех стран мира. Дорогие друзья! Предрассудки не помогут нам справиться с коронавирусом. Политизация происхождения вируса только еще глубже погружает нас в коронавирусную пучину. Всякого рода ложь и фейки из геополитических соображений тем более общий враг всего человечества. В этой сложной, непростой ситуации все страны мира должны, проявляя солидарность, протянуть руку помощи друг другу. Китай всегда действует в полном соответствии с олимпийским духом. Выше, быстрее, сильнее. Что никогда не изменно. От девиза летней Олимпиады 2008 года «Один мир, одна мечта» к девизу предстоящей, зимней, «Вместе в будущее». Давайте рука об руку бороться за один мир, за одну мечту и за одно общее будущее.